Приветствуем вас в 178-м выпуске Топа Неудач. Сегодня топ ошибок игроков с высоким элло, и мы начинаем! Открывает выпуск Нидали из команды синих. Она пытается убить Нами около вражеского Нексуса. Копье Нидали промахивается, и она переходит в форму Пумы. Она пытается догнать Нами флешем и прыжком, но неверно рассчитывает расстояние и прыгает прямо под лазер вражеской базы, принося фраг на счет Нами. На втором месте у нас Пантеон из команды фиолетовых, который пытается догнать вражеского Трэша. Ему это практически удается. Он прыгает на Трэша и оглушает его, однако тот успевает отбросить его своей Ешкой. Трэш применяет на Пантеона экзост, но даже это не прерывает погоню. Трэш добегает до своей башни. Пантеон прыгает на него, однако именно в этот момент Трэш подписывает Пантеону смертный приговор, попадая в него своим хуком и оставляя башне честь добить гладиатора. Первое место в сегодняшнем топе принадлежит Трэшу и Ариане из команды синих. Они собираются убить вражеского Виктора. Трэш использует флеш и ультует. Виктор не может справиться с замедлением от ульты Трэша и становится легкой мишенью для хука. Хук попадает и притягивает Виктора, однако Ариана этого не учла, и еще один ультимейт уходит в молоко. Виктор им этого не прощает и убивает обоих игроков синей команды, получая даблкил. Переведено и озвучено командой XDelayed. Специально для lolgame.ru. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter, Public, ВКонтакте, а также RaidCall.